Чтобы установить точный диагноз коксартроз, вам в первую очередь необходимо обратиться к травматологу-ортопеду, желательно тому врачу, который именно занимается патологией крупных суставов. Он назначит обзорный рентген таза и, если необходимо, назначит МРТ, магнитно-резонансную томографию сустава. В этом случае клинические данные, инструментальные данные, то есть рентген, МРТ, помогут врачу поставить точный диагноз.